Всем привет, с вами Кирилл Цветков и обзор экипировки для магазина «Лаборатория бега». Сегодня мы поговорим с вами о зимних носках Maritan Run Merino, которые будут особенно актуальны в преддверии холодов. Носки – очень важный элемент экипировки. Очень часто неудачный выбор носков приводит к печальным последствиям, вплоть до травм и сходов с соревнований. Так как носки очень сильно влияют на комфорт и на то, как ваши ноги будут отрабатывать внутри кроссовок, стоит с особым вниманием подходить к их выбору. Компания Maritan – новый игрок на рынке спортивных носков. Появилась она совсем недавно, базируется в Санкт-Петербурге и сразу же успела представить достаточно большой ассортимент носков для разных видов спорта. Все носки изготавливаются по новым современным технологиям, на высокотехнологичном оборудовании и, опять же таки, в Петербурге. Но для производства используется зарубежное сырье, такое же, как и у всех А-брендов. В носках Run Merino производитель использует высококачественные нити поликолон от немецкой компании Schöller и шерсть мериноса, благодаря которым носки отлично сохраняют тепло. А теперь я расскажу вам о том, что мне понравилось и что не понравилось во время использования данных носков. Материалы и конструкция носков сделаны таким образом, что они отлично отводят влагу с поверхности стопы, тем самым делая длительные тренировки очень комфортными. Так как это носки для зимы, очень важно, чтобы они правильно работали. Не просто отводили влагу от стопы, но еще и сохраняли тепло, потому что бегать приходится при минусовых температурах. В данном случае наличие шерсти мериноса помогает носкам отлично справляться с этой задачей. Так как носки очень высокие, это делает их достаточно универсальными в плане различных физических активностей. В носках можно не только бегать, но и свободно кататься на лыжах и на велосипеде в холодное время года. Да и просто одевать их на длительные прогулки. Ну а теперь пару слов о том, что мне не понравилось во время тестирования данных носков. Так как это не первые мои зимние носки с шерстью мериноса, мне есть с чем сравнить. И сразу же после первых тренировок я обратил внимание на чрезмерную эластичность носков. А это не очень хорошо, потому что во время длительных тренировок носки могут ездить по стопе, что приводит к некому дискомфорту. Лично мне хотелось бы, чтобы носки были более плотными и лучше сидели на стопе. Дополнительные элементы конструкции со внутренней части носка образуют достаточно плотный ворс. В принципе, изначально это не очень критично, но со временем он превращается в подобие растрепанного полотенца, что вносит некий дискомфорт во время длительных тренировок. Хочется, чтобы внутри носок был таким же плотным, как и снаружи. Определенно, это пошло бы ему только на пользу. В целом, зимние носки Maritan Run Merino – это достаточно хороший сбалансированный продукт для бега зимой. Носки отлично отводят влагу, сохраняют тепло и приятно сидят на стопе во время всей тренировки. За более чем 300 км тестового пробега с носками абсолютно ничего не случилось, что может говорить об их хорошем качестве. Выбирая экипировку к зимнему сезону, обязательно обратите внимание на продукцию Maritan и носки Run Merino. Они смогут удивить вас не только качеством, но и конкурентной ценой. С вами был Кирилл Цветков и обзор экипировки для магазина «Лаборатория бега». Пока!